Адам Джерим осмотрел сельскохозяйственные предприятия Северского района. В Новодмитриевском сельском поселении глава посетил ООО «Райский орешек». Предприятие планирует выращивать грецкие орехи и перерабатывать их. Далее Адам Джерим проверил ход уборочной кампании в Новодмитриевском, Афипском и Львовском поселениях. Уборка зерна с полей идет успешно, согласно нормам и установленных сроков. Общая площадь посевов зерновых культур в районе – более 21 тысячи гектар. Пшеница у нас в хозяйстве озимой находится 3600 гектар. На данный момент убрана половина, даже немножко уже зашагнули за экватор. Урожай в этом году, конечно, не радует, потому что вот таких полей, как сейчас мы видим, обводим, их, как сказать, не очень много. В основном от переувлажнения часть пшеницы погибла, часть пшеницы будет не урожай. Ну, средняя где-то идем пока 40-45 центнеров. Ну, надеемся, конечно, что у нас оставшаяся пшеница порадует. На полях Северского района посеяно много сортов озимой пшеницы, но по мнению аграриев лучший из них сорт «Антонина». Его отличает красивый колосок и большое количество получаемого зерна. На данном поле находится пшеница сорта «Антонина», и это элита. Вот видите, по колоскам она, в общем, как она такая хорошая, крупная. Соседнее поле такой же сорт, ну, пшеницы насыпало только что, мы буквально данные получили с Мехтока, 70,2 центнера с гектара. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, работы по уборке зерна должны быть завершены к 22 июля.